каждая мама любит наряжать свою дочку в красивые платья. А что уж говорить об участии в конкурсе красоты и таланта. Каждая уверена, что ее принцесса самая лучшая. Вот и мама участницы конкурса «Мини-мисс детского сада» Анна Выходцева рассказала о подготовке к конкурсу. Готовились как? Волновались, учили, танцевали. В общем, старались, чтобы все получилось. Ну и надеемся, что все получится. Дочка сама как готовилась? Дочка, это была ее инициатива пойти на этот конкурс. Очень хорошо к этому отнеслась, готовилась, подсказывала идеи. Пять воспитанниц детского сада номер 69 боролись за титул «Мини-мисс». Участницы соревновались в таких конкурсах, как «Визитная карточка», «Дефиле» и «Творческий конкурс». В визитной карточке участницы рассказывали о себе, своих интересах и увлечениях. Под номером первым, чтобы младшей сестренке во всем стать примером. Я буду упорно и долго трудиться, чтобы мама и папа могли мне гордиться. Вот я вам и показала, что подвижно весела. Теперь смотрите дальше, господа, а вы жюри, следите в оба и оцените нас, себя и строго. В конкурсе дефиле участницы продемонстрировали свою грациозность и платье, которое они соорудили вместе с мамами из подручных средств. В творческом конкурсе им предстояло представить домашнее задание. Юные модницы красовались в красивых платьях, рассказывали стихи, танцевали и пели. Зрители праздника могли по достоинству оценить вклад музыкального руководителя и воспитателей в организацию и проведение мероприятия. Праздник доставил детям и взрослым массу положительных впечатлений. Подготовка была полным ходом. Очень хочется выразить благодарность родителям этих девочек, которые будут участницы, потому что именно они подготовили и творческий номер, и визитную карточку. И, в принципе, все, что здесь будет происходить, это усилиями нашего детского сада, соответственно, с родителями. Решением жюри победительницей стала Настя Аунапу. Именно она будет представлять детский сад номер 69 на главном конкурсе красоты и таланта «Маленькая мисс Полевского 2016», который состоится уже 25 марта в 10 часов утра во Дворце культуры и техники Северского трубного завода. Алина Меньшина, Алексей Карипанов. Новости «Твой день».